Ну, отже, як ми і обіцяли, до нас завітали мої друзі та колеги, справжні лицарі, справжні бійці, люди, які займаються історичним середньовічним боєм. Так що вітаємо сьогодні наших гостей. І прекрасні студії, лицарі. І прекрасні лицарі. Галю, але для початку, так сказати, по нашій традиції, от ти зараз вдягнеш, долучишся до нашої спільноти лицарської, вдягнеш справжню історичну таку шапку, тірольку, все. Ти тепер, красива? От, да, о, тобі дуже личить. От дивись, дякую. З гербом в тебе шапка така тепер буде. Тепер я хто, лицар? Ну, будемо так казати, будеш поки що зброєносцем, а потім вже ми тебе в лицарі будемо. Зброєносцем? Так. А можна я... Так, можна мені... Жінка, можна? Можна, ну спочатку ти... От, хлопці, цю, можна? Ну, ти спочатку оце натягни. Ви дозволяєте? Важкенька, так, важкенька. Ну, важкенька, звичайно. Ні, ну, я українська жінка, я можу піднімати. Але лицарських обладунків ще не доводилося, справді. І оцею рукавицею тримати меч. Так, оцею рукавицею тримати меч. Ну, давай, давай. Ми тоді... Ого, ні, я отак, просто його так потримаю. Це отак, отак підеш, от витягуй його з ножем. Боже, клас. Так, його з ножем, ось. Клас, дивіться, люди, дивіться, що в мене є. Бідний мій чоловік. Василю, оце тільки посунься до мене ближче. Так, я ж з мечем посунуся до тебе. Хто до нас з мечем? Да. Хлопці, оце справді, це ж важка зброя. Ну, ні. Так, да, вона доволі таки тяжела. Так, і це ж зброя, ну, ну розкажіть, ну, ну поговоріть. Ну, зараз ми про це будемо розповідати окремо, мабуть. Хлопці, давайте з вами будемо так казати, познайомимося, щоб представити вас нашим телеглядачам, так? І так, ми вітаємо вас в нашій студії, знайомимось, представляйтеся, будь ласка, хто до нас сьогодні завітали, Олександр та Денис, так? Ви члени Миколаївського клубу історичного фехтування та реконструкції. Так. От, бачимо на вас сьогодні такі справжні обладунки. От, розкажіть нам, будь ласка, ну давайте по-перше так, що привело вас до цього руху, до цього виду спорту, як це сталося, от кожен про свою історію. Ну, меня, допустим, привел мой друг, как-то сидели мы с ним, ну, отдыхали, скажем так, да. Ну, как-то зашла речь, что о том, нет ли в Николаеве какого-нибудь клуба или организации с уклоном в реконструкцию. Оказалось, есть. Ну, пришел, посмотрел, победил. Что это из себя представляет. Ну, естественно, для проформы получил пару раз по голове. Ну, это как водится. Ну, да. Вот. И понравилось. Ну, как-то втянулся, да. Саш, как у тебя это получилось? У меня немножечко было по-другому. Я с детства испытывал тягу к холодному оружию, к ножам, к мечам. И вот хотел всегда себе вот купить такой меч. Это, да, в советское время было очень трудно приобрести. И познакомившись с ребятами, тоже случайно, получается, было глупо иметь меч и не научиться фехтовать. То есть, если имеешь меч, то должен уметь его применять. Вот, то есть, очень хотелось попробовать, как это будет по-настоящему, да? Да, попробовал, кажется, как по-настоящему. Потом немного подучился. Благо, друзьям они меня вытянули на пару состязаний или игр, можно сказать, там, конечно, совершенно все по-другому, это настолько затягивает. Вот. Давайте подивимося, у що це може вилитись, а потім да, продовжимо. Посмотрим, да, сейчас сюжет. Не так давно ми з колегами були на первом всеукраинском в этом сезоне фестивале под названием «Меч Манкастра», который проходил в Белгород-Днестровской крепости под Одессой. Скажу так, что это уже многолетняя традиция проведения там различных фестивалей. И вот мы подготовили небольшой сюжет о нашем походе вот с ребятами. Сьогодні, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б в дитинстві не зачитувалася пригодницькими романами сера Вальтера Скотта про лицаря Айвенго, сагами про володаря перснів Толкіна чи легендами про лицарів Круглого столу. Хлопці бачили себе, звичайно, у ролі мужніх лицарів, а дівчата мріяли стати чарівними принцесами. Але мало хто знає, що лицарство не тільки не вмерло, залишившись назавжди у книжках, а насправді продовжує своє життя і сьогодні –
поряд з нами у 21-му сторіччі не тільки в Європі, де це було б певною закономірністю, а й на просторах України і навіть у Миколаєві живе воно у серцях тих, хто обрав для себе шлях мужності та суворих лицарських випробувань. І ще на початку 90-х років на території колишнього СРСР сформувався молодіжний рух середньовічного фехтування та реконструкції, який згодом виріс у повноцінний професійний вид спорту під назвою «Історичний середньовічний бій» або ІСБ. За останні роки у багатьох країнах світу було сформовано національні збірні з цього виду спорту, які беруть участь у міжнародних лицарських змаганнях. Такі змагання з великим успіхом проходять і в Україні, де діє багато клубів, які практикують історичний середньовічний бій. Найчастіше турніри проходять у великих середньовічних фортецях нашої країни, таких як Білгород-Дністровська, Меджибіжська, Кам'янець-Подільська, Хотинська, Судакська фортеці, садибі Мсциховського та Тростянецькому подвор'ї. Під час турнірів з ІСБ бої відбуваються у різних історично-достовірних номінаціях, які були відтворені завдяки середньовічним книгам та манускриптам з мініатюрами. Найпопулярнішими з них є індивідуальні номінації, такі як щит-меч, меч-баклер або маленький щит, меч на меч та групові бої. Наприклад, масові бугурти, коли рицарі йдуть стіна на стіну, або 21 на 21, 5 на 5 чи 3 на 3 бійця. Кожна з номінацій оцінюється суддями по різних критеріях, згідно з чіткими правилами цього виду спорту. Отже, любі наші миколаївці, я вітаю вас сьогодні з Білгород-Дністровської фортеці. Саме сьогодні, саме зараз проходить відкриття першого фестивалю лицарських боїв історично-середньовічного бою під назвою «Меч Монкастро». Сюди сьогодні з'їхалися представники різних клубів історичної реконструкції та історично-середньовічного бою зі всієї України, які будуть сьогодні змагатися за право назватися першим чемпіоном цього лицарського турніру. Вони сьогодні, як і я, в справжніх обладунках, і вже через декілька хвилин вони поїдуть у смертельно небезпечний бій, щоб здобути лицарську звитягу і лицарську честь називатися переможцем цього трирічного дійства. Організатором цього турніру виступив Харківський клуб історичного фехтування «Ріттер», голова якого Сергій Клочко є одним з авторитетніших організаторів турнірів та фестивалів історичної реконструкції в Україні. Цей фестиваль став початком цілої низки змагань, які відбудуться у фортеці впродовж цього року у різних форматах. Хочеться зазначити, що бої у цьому виду спорту ведуться у повному контакті, а справжню середньовічну зброю замінюють достовірними, але безпечними макетами, які при цьому зберігають вагу та форму оригіналу. А ось лицарські обладунки є справжніми копіями середньовічних зразків, і щоб носити їх, треба мати певну підготовку. Отже, як бачимо, лицарство живе поряд з нами, живе у серцях і думках тих, хто мріяв про благородні подвиги і зміг зробити свою мрію реальністю, яка стала справжнім та серйозним видом спорту, до якого може долучитися кожен охочий, кожен, хто відчуває поклик пригод у своєму серці. Ну, так, ми продовжуємо лицарську тему. Так. Класний сюжет, дякую, Василю. Ось із перших вуст у нас сюжет, автор такого красивого і видовищного матеріалу. І у нас учасники цього заходу. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, хлопці, ну от ви, Денисе, от ми з тобою були так на цьому фестивалі. Саша цього разу не їздив, ми були справи. Як в тебе враження від цього фестивалю? От ти був в боях, розповіди там кілька слів, розкажи, як там було. Ну, конечно, ощущение непередаваемое. Весь тот адреналин, который выделяется во время боя, порой конкретно сносит крышу, скажем так. Очень многие, вот, допустим, когда узнают о том, чем мы занимаемся, спрашивают, а вы там настоящими мечами деретесь, настоящие ли у вас доспехи? А вот настоящие, да. Доспехи? Да. Доспехи настоящие. Очень даже настоящие, причем в подтверждение того, что это не игрушки. Извини, Денис, сейчас мы покажем, подержишь меня. Да. Причем в подтверждение того, вот что это... Я показал очень такой слабенький ударчик, но вот такие вот вмятиночки, да, вот можно... Да, причем в подтверждение того, что это ничего не игрушки. Вот, например,
вмятина. То есть бои ведутся вот в вмятины. Полный контакт, да. Вот тоже можно показать шлем, то есть настоящими вмятинами. Вот, боевые крупные вмятины на шлемах. Вот так бывает, да, вот такие вот бывают удары. Вот, используются ведь не только мечи, используются и более тяжелое оружие, то есть фальшоны, топоры, алебарды. Вот. Только они, ну, затупленные, да, все, то есть, чтобы не было каких-то серьезных травм. Ну, удары ощутимы. Ребят, скажите, пожалуйста, вот на вас сегодня два разных комплекта. Будем так говорить, по сути, две разных оружейных школы в мире, да. То есть мы имеем европейскую школу, то есть вот у Александра европейская реконструкция доспеха, и у Дениса это монгольский доспех, да? Покажите, пожалуйста, ребят. Немножко, пару слов о этом комплекте. Что это за комплект? На мне находится полный комплект миланского доспеха. Вот, Александра, покажите, пожалуйста. Да, примерно, так, для того, чтобы сражаться в бою, используется сталь 3-2-миллиметровая. Довольно-таки тяжелая, но если, как говорится, потренироваться, то можно вполне в ней двигаться. Она, конечно, подгоняется, чтобы все двигалось, все сочленилось. Ну вот, подвигай руками, да, чтобы люди поняли, что это очень легко. То есть, видите, абсолютно свободный ход рук, да, идет, можно легко махать мечом. Денис, твой комплект совершенно другой, обратите внимание, совершенно другой комплект доспехов. Более легкий, да. Ну, мы все знаем из истории, да, что при сражениях, да, войск Западной Европы и столкновении с восточными войсками были ситуации, где неравнозначные были моменты в бою именно из-за того, что Восток был более легким в плане доспехов. Вот немножко о твоем комплекте. Ну, одна из основных причин, почему был выбран именно этот вариант, это то, что он однозначно обеспечивает большую подвижность. При этом не страдает, ну, как у меня за весь мой опыт, стаж, сложилось впечатление о том, что не страдает защита, потому что на первом даже фестивале, на котором был, почувствовал, что прилетел удар алебардой в спину, тем не менее ни травм, ни даже синяка не осталось. Так что... Ребята, а у меня тоже по костюмам вопрос. Все-таки много воды утекло с тех пор, и не осталось ни портных, которые шили подобные костюмы, ни кузнецов, которые ковали. Приходится самим все изучать. Вот. Все самим шить. Где-то у нас есть очень много интересных ребят. Мы с ними поддержим отношения. Их мало знают, но они молодцы. И они именно, можно у них заказывать. То есть, ну, как бы мы друг другу помогаем. Насколько правдоподобно вот выглядят современные рыцари? На некоторых состязаниях или очень жесткие требования. По исторической реконструкции. То есть там должен быть даже шов вручной, прошитый. Даже специальными нитками сделанной ручной работы. Ткань должна быть домотканная. Имеется в виду не в магазине купленная. Мы уже не говорим о синтетических тканях. То есть, причем плюс ко всему, оформляя запрос на разрешение участия твоего в этом фестивале, ты обязан прислать не только свои фотографии в мирной, то, что называется, одежде и в достаточно. Плюс ко всему еще должен прислать обязательно ссылку на или на гравюру, и, в общем, на какой-либо источник, по которому ты сделал доспехи. А скажите, во имя чего? Вот рыцари в средние века, кто-то за прекрасную даму, кто-то за свою веру. У вас во имя чего и заради? У нас, наверное, во имя, как говорится, для того, чтобы что-то самому себе доказать. Что вы доказываете себе? Что мы мужчины, прежде всего. И я так скажу, что, ну, на правах человека, который тоже отдал этому 10 лет своей жизни, да, руководитель клуба, я могу сказать, вот мне ребята, я думаю, меня поддержат, что, понимаете, сегодня очень мало в обществе говорится о чести, о достоинстве, о благородстве. И это не просто как бы, ну, собрались вот ребята в доспехах побить друг другу голову, там, показать просто как бы кто круче и так далее, да. Существует гораздо больше сегодня видов спорта, контактных, которые позволяют это делать без вот этого всего. Прежде всего, это люди, которые проникаются духом средневекового рыцарства, духом рыцарского кодекса чести,
Вот, потому что существует у нас кодекс чести свой определенный, в общем-то, которому мы стараемся следовать. И, конечно же, это интерес к истории, и, конечно, это мужество, потому что, вот, ребят, ну вот расскажите, когда ты стоишь, когда в первом ряду стоишь, да, во-первых, и когда мы и выходим да. сражаться, у нас нету задачи кому-то что-то навредить. В первую очередь, то есть, не дай бог, то есть все сразу так прекращается, бросается, говорит. Если у человека там оторвалась лямка, все его, как говорится, то есть бывали моменты, когда вот из наших николаевских, не буду называть имя, когда при мне, когда человек чуть ли не голой рукой закрывал другого, потому что у него слетел шлем, и ему поломали руку. Вплоть до такого, то есть там, хотя это противнику. Вы со своим реквизитом пришли, а я со своим реквизитом прекрасной дамы. Вот, взмахиваю платочком и представляю, как ваши дамы, ожидая вас, когда вы на соревнованиях, что они думают и какими словами они вас наряжают дорогу. Что вам говорят ваши подруги, ваши боевые, ваши жены? Пускают вас. Ребята, расскажите, что говорят вам ваши подруги. Нет, вот я, допустим, в первое время, когда, как говорится, ну вот едешь на соревнования, все соревнования только закончились, получается, мы уже едем в поезде, звонишь и говоришь, я живой, у меня все в порядке, ничего не сломано. Поддерживают вас, понимают ваши увлечения? Ну, в основном нет. Ну почему? Денис, почему? У меня, допустим, жена поддерживает то, чем я занимаюсь. А ездит с вами? Да. Можно вот на Запорожской сечи женщинам было запрещено находиться, вот с рыцарями. Ну, как условия обычно ездит, но... Очень много девушек на состязаниях, на соревнованиях. Участвуют. Даже в боях участвуют. Да. Даже есть, по-моему, один или два женских клуба. Да. Чисто женских. Которые именно боями занимаются. Вот представьте, там бьешь, да, а потом она снимает и такой... Боже, а ты бил. Я ж не ходил. А всем это не видно. Вот ребята сознались, Василий, а твоя жена как относится? Моя жена заранее знала, с кем она связывается. Связывает свою судьбу, понимает и разделяет. Да, да, да. Ну, тоже так вот, доехал, я живой, скоро бои. Отвоевались, все, мы уезжаем, я живой. Хорошо. А потом уже приехали, там уже тебя вот разобрали на запчасти, да, и там уже начинают все смотреть, потому что через два дня... Насколько ты живой, да, насколько целый, ты живой, да? Целый и так далее. Мальчишки как были мальчишками, так и остались. Синяки, царапины, не вычет. В детстве фильмы про рыцарей выросли, а такими же мальчишками и остались. Не мальчишками, мужчинами. Мальчишки это одно, понимаете? В душе, говорю, вот это мальчишеский душе, да. Дух рыцарский. Знаете, рыцарский дух сегодня, мне кажется, это в большей степени прообраз того, каким должен быть настоящий мужчина. И дело не в силе, дело в благородстве духа, в благородстве души и в благородстве сражения. Да, благородстве сражения, да, и в том, что, наверное, да, ребят, вот мы все занимаемся этим не первый год, в том, что... Честь должна присутствовать во всех сферах жизни, и в бою, и в мирное время. И, ребят, ну вот у нас заканчивается время. Ребят, что бы вы хотели пожелать нашей, наверное, молодежи, да, прежде всего, людям, как бы, можете обратиться сегодня вот к нашим телезрителям. Руслан. Давайте, в порядке живой очереди. Ну, хорошо, я бы, конечно, хотел пожелать, ну, не буду говорить банально, здоровья, понятно. Прежде всего, крепости в своих убеждениях, силы, выносливости и веры в свои силы. А я бы хотел бы пожелать, чтобы человек, ну, чтобы ребята нашли самих себя, потому что человек, который нашел самого себя в этой жизни, он фактически счастлив. Ну вот... Спасибо вам, ребят. Я, конечно, от себя могу пожелать. Вот Галя будет отдельно желать. Она прекрасная дама, она будет желать. Да, да. Ребят, будьте живы, будьте здоровы. Вот. Крепости духа, силы в руках. И еще поедем дальше. Да. Побеждать и продвигать наше достойное дело. А я бы хотела побажати, щоб чоловіки билися в мирний час на спеціально відведених майданчиках. У таких бойових обладунках отримували від цього насолоду і поверталися до прекрасних дам цілими, неушкодженими і здоровими. Дякуємо вам.